В Дагестане определили победителей республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент. В номинации «Лучший документальный фильм» первое место заняла наша коллега Зарипат Курамагомедова, автор документального фильма «Позывной Спартак». Второе место занял Магомед Махатилов, автор цикла телепередач «Человек и вера». Специальный документальный проект на телеканале РГВК «Дагестан». В номинации «Публикации, размещенные в социальных медиа», третье место занял наш коллега Эмир Атибалиев. Мы представили документальный фильм, он посвящен памяти кавалера ордена мужества Наримана Керимова. Фильм мы снимали в этом году. Съемки были очень интересные, потому что работать приходилось в каких-то таких вот военно-полевых условиях. И на самом деле работа была очень интересная. И хочу сказать о том, что вот сейчас как раз необходимо показывать, пропагандировать именно вот такие герои, вот такие образы. Потому что, к сожалению, у наших детей порой какие-то неправильные ориентиры и неправильные ценности образуются в жизни. И нам надо вот это восполнять именно вот такими достойными примерами. Отмечу, что награждение журналистов прошло в рамках межрегиональной научно-практической конференции по вопросам противодействия идеологии терроризма, организатором которой выступило Министерство информации и печати Дагестана.